сложно. Поэтому будем смотреть за выступлением от первого. Самой себя это было неожиданно. Полина Саёкова, 19-летняя спортсменка из Пензенской области. Ошибка. Пензенскую область. 3,5 вперед, согнувшись, нет, докручивает, причем достаточно много, входит в воду. Вот видите, как по большому счету вот здесь уже, то есть очень медленное вращение, то есть на самом деле желательно, чтобы все-таки два оборота они были где-то в районе платформы, потому что тогда так получается, что когда аплодисменты она сорвала здесь. Так она обхватывает колени, маскируя на самом деле, что они не идеально вытянуты, как мне кажется. Но в итоге попадает хорошо, вход ставит. И вот семерки на самом деле после таких не очень качественных шла вровень после двух раундов с Юлией Тимошининой. Со стойки на руках и у Кананыхиной будет тоже 3-3 назад. Заднее вращение, слепой вход. Вот это тоже заднее вращение, тоже слепой вход, но при этом это делается, да, с передней стойки. Это у нас с вами третий класс. Нам продемонстрировала Полина Саёкова. Коэффициент сложности 2,8. Не рискнула она ставить прыжок, на котором просто начала постоянно ошибаться. И так далее. И настолько это влияет зачастую. Ну, это касается, конечно, гимнастики, фигурного катания, прыжков в воду. То есть там, где владение собственным телом, оно доводится до абсолюта. И когда тело меняется, то есть ты просто оказываешься...